Здравствуйте! Телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха» продолжает искать таланты и рассказывать о самых-самых в эфире нашей программы. С вами Татьяна Шубина. В нашей стране изобразительное творчество детей вызывает невероятный интерес у людей самых разных профессий и возрастов. Создаются музеи, где детские работы хранятся как большая художественная ценность. Проходят выставки, онлайн-презентации. Да что говорить, маленьким произведениям искусства посвящают книги, статьи, телепередачи. И мы в этом плане не исключение. Конкурс «Формула успеха» уже на протяжении многих лет работает с талантливыми детьми и молодежью, помогая ребятам из Пермского края поверить в свои силы, сделать шаг к успеху и, как следствие, возможно, выбрать для себя в будущем творческую профессию. А это вполне может означать, что когда-то, совсем скоро, о сегодняшних конкурсантах «Формула успеха» мы услышим, как о вполне состоявшихся мастерах своего дела. Давайте знакомиться. Меня зовут Жернакова Кристина, я учусь в Сылвинской средней школе. Помимо этого, хожу в школу искусств. Участница из поселка Сылва на «Формуле успеха» впервые. Уже 7 лет она занимается в школе искусств и отдает этому увлечению всю себя. Я с детства люблю рисовать. Мне нравится все новое и необычное. Лучше всего у меня получается рисовать акварелью, гуашью и простым карандашом. Вдохновляют Кристину музыка и тишина. Именно за тишиной наша героиня идет в лес. Гуляя там в уединении, художница наполняется гармонией и легкостью, так необходимой творческому человеку. Ее работа на «Формуле успеха» так и называется «Лесок в Сылве». На ее написание меня вдохновил вид из окна летом, и я решила нарисовать что-то подобное по памяти. Из лесных и полевых цветов Кристина делает вот такие шедевры. Я делаю на досках, я их обворачиваю бумагой, раскрашиваю и из сухоцветов составляю маленькие букетики и приклеиваю. В будущем Кристина видит себя аниматором, а в настоящем ее любимый мультфильм «Гадкий я». Из фильмов сериалов мне больше всего нравится «Гарри Поттер». Любимое место – дом, где ее ждут кошка Муся и кролик Жора. Она добрая, спокойная и веселая. Любит субботы, потому что именно в этот день она более продуктивна. Считает, что успеха можно добиться упорным трудом. И каждый день тренироваться, набивать руку, хотя бы хоть что-то рисовать. Французский скульптор Огюст Роден однажды сказал: «Художник подает великий пример. Он страстно любит свою профессию, и мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека будет душа художника. Иначе говоря, когда каждый будет находить радость в своем труде». Наши безусловно талантливые участники с малых лет находят радость в творчестве, что дает возможность и нам окунуться в невероятно красивый мир изобразительного искусства. Мы продолжим знакомить вас с участниками конкурса детского творчества «Формула успеха» в следующей программе. До встречи!